смешное все-таки видео получилось. О, Нупкин! Здорово! Ну чё, Нупкин, рассказывай, как у тебя дела? Нупкин? Чё это с ним ещё такое? Нупкин! Как же грустно. Мне всё надоело, хочу просто Нупкин, с тобой это, всё нормально? Чё случилось, бро? Давай, рассказывай. Даже не знаю, что тебе рассказывать. Что случилось, то и рассказывай. Да в общем, мне в школе понравилась одна девчонка. Вот это была ошибка. Итак, рот начинается. А чё вы сразу кричите мне так страшно? Ой, извините, можно войти? Да, проходи к доске. Знакомьтесь, это ваша новая одноклассница Лиза. Всем привет. Офигеть, какая же она красивая. Так, а тема нашего сегодняшнего урока. Блин, да она просто такая красивая, что я даже боюсь на нее посмотреть. Помоги мне, Лень, я не знаю, что мне делать дальше. И чё, Нупкин, и чё ты расстраиваешься? Лёня, кажется, я влюбился. Я не знаю, что мне делать дальше. Угу, я тебя понял. Я эксперт в делах по завоеванию дамских сердец. Нет. Лёнь, значит, ты мне поможешь? Конечно, Нупкин, я тебя не брошу. Вот такая вот история. Мы все должны помочь нашему другу. Хорошо, Лёнь, как скажешь. Какому еще другу? Мне, тупица! Ты реально, что ли, этот, как его? Деградат натрия. Чё ты тупишь? Так, Лёнь, а у тебя уже есть идея, как можно помочь Нупкину? Да, я уже придумал гениальный план. Давай, Лёнь, скорее рассказывай. Мой план таков. Я соберу вас всех тут, посажу на диване и спрошу у вас, что мы будем делать. Поставьте лайк, если знаете, что он дебил. Я знал лайк. Ставлю лайк. Лайк. Гениально, Лёнь. Итак, слушайте меня внимательно. Вот что я придумал. Пункт номер один. Мне нужно переодеться в доставщика пиццы. Лёнь, ты думаешь, что доставщик пиццы выглядит вот так? Доставщик, прошу подметить, элитной пиццы. Это, конечно, очень круто, но как нам это поможет, Лёнь? Так ты слушай дальше. Я быстренько украду пиццу. Что это сейчас только что было? Сбегу нафиг с пиццерии и сяду за свой крутецкий байк. Да, это жестко. Я пока что вообще не понимаю, к чему ты клонишь. Ага, я пока что тоже. Да вы можете меня дослушать, я еще не закончил. Ха-ха, это так смешно. Ой, кто это пришел ко мне? Квартира Лизы. Я пришел к ней домой. Здравствуйте. Привет, красотка. Пиццу не заказывала? Нет, вы ошиблись адресом. Это квартира Лизы, правильно? Да, это моя квартира. Но вы, наверное, что-то перепутали. Ой-ой-ой, походу кто-то заказал доставку на ваше имя. Уже все оплачено, забирайте. Ой, извините. Вот ваша пицца с грибами. Я не люблю грибы, я их не ем. Ты не ешь грибы? Моя любимая пицца — 4 сыра Мазератти. Ладно, я пошел. И что? Зачем все это было? Я понял! Ты все это провернул для того, чтобы узнать, какая у нее любимая пицца? Да, 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 Владус, правильно! Оденься, дебил. А, ой, простите. Лёня, зачем нам эта информация? Ну как зачем? Ты смотри, что будет дальше. Дальше выход Арбускина! Я? Да-да-да, ты. На тебе будет ответственная задача. Ты должен надеть костюм электрика, подойдешь к дому, где живет Лиза. Да, Лёня, а что дальше? Найди электрический щиток, а потом дождись ночи и затем выключи весь свет в ее доме. А? Кто выключил свет? Дальше ты должен найти ее квартиру. Здравствуйте. Ой, Лёнь, а что мне ей сказать? Скажи, что ты электрик и... И у вас в доме произошли технические сбои. Кажется, света не будет в ближайшие пару дней. Эх, как жалко. Пойду прогуляюсь в своем любимом парке. О-о-о,
сработало! Йонь, это гениально! Я знаю, не нужно аплодисментов! Лёнь, ну а ведь после этого она пойдет в парк ночью и совершенно одна! Да это вообще пофиг! Важно то, что будет потом! А что будет потом? А потом наступит день, и ей нужно будет пойти в школу! И тут подключается наш герой! Ха-ха, ура, наконец-то мой выход! Карапуз, ты готов? Я? Ладно, подожду еще. А что мне нужно делать? Карапуз, готовься, у тебя будет самая сложная миссия. Тебе нужно будет скоммуниздить ее портфель! Извините, можно выйти? Да, у тебя одна минута! Спасибо, учитель, я скоро вернусь. Так, вроде добрался. Лёня, тут есть какой-то розовый портфель. Это он? Да-да, карапуз, забирай его и вали оттуда. Я тебя понял. Забираю и валю оттуда. Лёня, а зачем ты украл у неё портфель? Да ты слушай дальше. Когда она вернется и не заметит своего портфеля... Здесь же был мой портфель. Куда он делся? Так, достаем учебники, открываем страницу 84. Здесь же был мой портфель. Куда он делся? Нужно к кому-нибудь подсесть. Приветик, можно я с тобой сяду? Какой-то он неразговорчивый. Ладно. Эй, мальчик. Чё? Я? А теперь, Нубкин, твой выход. Можно присесть с тобой рядом? Я, видно, потерял свои учебники. Ну... Лёнь, а чё мне ей ответить? Дурак, что ли? Конечно, соглашайся! Ну, ладно, садись. Спасибочки. Это, может, как-нибудь сейчас с тобой прогуляемся? А ты смешной. Давай. И после этого вы пойдете дружно погулять, будете разговаривать, и ты будешь самым счастливым Нубкиным на свете. Ну все, девчонки, давайте за работу. Лёня! А в твоем плане я-то что-нибудь буду делать? Да-да, Владус, конечно, но об этом узнаешь чуть попозже. Блин, ненавижу двери. Ребята, помогите мне, пожалуйста. Надеюсь, что наш план сработает. Так, а вот и ее домик. Квартира Лизы. Выходите. 10 минут спустя. Чё за фигня? Блин. Её чё, дома что ли нету? Ладно, неважно, надеюсь, хотя бы у Арбузкина все получится. Так, а вот и то, что мне нужно. Ломаем этот щиток. Так, я не понял, а что у вас здесь происходит? Здравствуйте, мистер полицейский, а я здесь просто стоял. Я вообще-то все видел. Агент ФБР, вы задержаны. Вот блин, надеюсь, хотя бы у карапуза все получится. У тебя одна минута. Собрался, осталось украсть портфель. Так, а ты еще кто нафиг такой? А ну-ка, шел вон отсюда. Так, открываем учебник на странице 83. Блин, а чё она не подходит-то? Похоже, наш план не сработал. Но она мне так нравится. Ладно, тогда план Б. Ага, 1С, 2Б. Извини, ты же Лиза? Да, меня зовут Лиза. Что ты хотел? На самом деле, ты мне очень нравишься. Может быть, мы прогуляемся после школы? Ты мне тоже нравишься, я согласна. Поздравляем! План, кажется, не сработал, но мы все равно вместе с Лизой пошли гулять. Ура! Лиза, ты пока что иди, а я скоро приду. А тебе я хочу сказать, чтобы ты уверенно подошел к девчонке, которая тебе нравится, и сказал ей об этом. А, ну тут видосик уже вот появился, ты его посмотришь, да? И на канал подпишись. Лиза, я уже бегу!